Глава округа Андрей Булгаков проверил качество уборки во дворах города. Зима – время борьбы коммунальщиков со снежной стихией. Проходы около домов расчищают управляющие компании, а службы – проезды. Однако въезды во дворы зачастую остаются нетронутыми. Руководитель муниципалитета поручил решить этот вопрос до конца недели и привести дворы в нормативное состояние. Глава округа обратил внимание УК и на другие вопросы. Так, от жителей дома номер 6А по улице Комарова поступила жалоба на состояние козырьков. Управляющая компания отреагировала на обращение и оперативно решила вопрос. Снега выпало много, но на комфорт жителей это не должно влиять, отметил Андрей Булгаков.